Хей, hey, йога, с вами Шмаки, и мы продолжаем пройти руку под названием The Ender the Gungeon. Короче, я понял, как выбрасывать оружие. Но я не понял, почему наши деньги снова нам не начислили. Скажите мне, пожалуйста, почему вы не начисляете мне деньги? Ладненько, мы, короче, должны встретить нашего приятеля, вот этого, который с лифтом связан, да? А, квасика. Быстробег, открыто. Так, у нас только вот этот плазменный пистолет. Ой-ой-ой, я не заметил как-то. Мать, я не заметил. Хорош. И мне нужно как-то научиться узнавать, какие стены у нас секретные. Мать. О. Луч вспышка. Окей, сейчас спробуем. Так, мне нужно потушить будет сейчас этот. Давайте, я не знаю, нужно попытаться найти секретный проход. А, точно мне. А, у меня два ключа как раз есть, все нормально. Капец, он не меткий. Этот пистолет. Я понял тебя. Может, это у меня такой сам по себе персонаж кривой? Так, ну он должен проехать. А, тихо. Сейчас будем здесь еще катить. Долго, нудно. Так, хорошо. Да, сходим давайте в секретку. Разок. Вот так, если у вас нету водяного оружия, нужно делать. Можем сейчас сразу пойти, либо сходить сначала на босса. Я предлагаю второе. Я предлагаю лично второе. Не, давайте я, наверное, просто сейчас схожу. Подождите, выбрасывать оружие, зажать F. Да, все, выбрасывается. Нужно зажимать было, а не нажимать. Так, отлично. Так, здесь проход откроем. Куда? Погнали, наверх. Если найду ключ, я открою. А, ключ мне 100 пудов дадут с босса. Без косой. Вау, вау. А. Просто минус патроны на это оружие. Что у нас тут?
Почтовый. Есть что? А ну-ка, это я могу. Нет, я это не могу выкидывать. Ну смотрите, у нас есть ключ. У меня есть отмычка. В принципе, я могу заюзать отмычку, я могу заюзать этот. Готово. А где сейчас должен будет? Мне легче пока что использовать его пистолет. Так, еще одна пустышка. Так, ну что, в принципе. Го сюда. Так, легкий арбалет. Перезарядка, взрыв. Так, это найс пушка. Это пушка найс. Пойдет на некоторых боссов. Так, как раз босс, да? Ого. Ух, черт. Ай. Изи. Только жалко, что я патрон все равно не получил. Кредиты гегемония. Принадлежит по всей гал... В смысле мне их только сейчас дали? Почему некоторые сбрасываются вещи? Так, боеприпасы, липки арбалетные. Микроплатеж. Ладно, гоу ключ заюзаем. Так, плюс хп. Не туда стоять. То я деньги трачу? Минуточку. Я трачу деньги? Я трачу деньги, оказывается. Круто. Ну, он хотя бы быстро перезаряжает. Мне это нравится. Ту-ту-ту-ру-тум. Замечательно. Замечательно. Заебуба. Заебуба, заебуба, заебуба. Тут закрыто.
Мне нужен щит, которого у меня нету. А этот щит можно здесь только взять, если что. На минуточку. Боевой штандарт. Давайте возьмем. Боевой штандарт поднимает знамение. Да ёлки-палки. Одно хп. Ну да. В принципе, да. Но я вам показал секретную локацию. Я не знаю, почему как-то херово работают вот эти деньги мои теперь. Типа они исчезают, то появляются. Ну, диванчики появились. Да уж. Ой, я этому мужику помогу. Почему я деньги снимаю? Я тогда прошел почти до финала, получается, да? До глотки. И бац, все заработанное просто в никуда. Странно. Странно, непонятно. Раз, два, три. Три пули. Сразу же получаем урон. Да, все-таки это стрелок такой дохера меткий. О, как ломать столы надо. Где-то там открылся проход. Нет, ну это нужно за кого-то другого проходить туда. Кто так быстро не отлетает? Мать. Ладно, предлагаешь мне поиграть, давай. О. Слушай, а ты выглядишь уставшим, не хочешь? На другой раз. У меня денег не хватает. Слегка не хватает денег. Хватает. А, я бегать могу еще. А. Ого, это было почти круто. Вот возьми. Синий ящик. Прыгающая пуля. О, нормально. Не, я, если что, я могу открыть люк. Заключим. Мне типа не сложно. Не,
типа как бы не сложно. Блин, жалко то, что мои пистолеты не могут находить секретные стены. Ах, черт, они самоубиваются от меня. Я думал, типа, перекатом, знаешь, их убить. Нифига. А нифига. Да, фигня. О, у него меткость, вообще нету меткости этой. Какой-то дрихленький. Непонятненький. Ключ 21, 21, 21 в посту, да? Сюда я забыл сбегать. Чё потом мне возвращаться? Босс, ладно. Здесь, скорее всего, будет сундук в центре. Плохо то, что он автоматически не перезаряжается. Может, здесь сундук? Изи. Изи. О, жизнь. Сундук. А, стоять. У меня 20. Выбираем тогда, какой берем сундук. Я могу как бы взять, открыть и тот, и тот. Но я тогда не попадаю в секретку. Что? Мысли. Он меня сломал? Серьезно? Отмычка... Ясно. Значит, я хуёво прочёл. Я херово прочёл, найс. Ладно, с помощью этого смогу открыть. Или я уже вообще не смогу открыть? Я уже сломал, да, замок? GG. Ладно, давайте тогда сюда используем. Мистер Акриция младший. Музыка сфера. А, это типа планеты. Ничего себе. Ладно. Этот ломаем тогда сундук. Полетели. Не фул хп, плевать.
Да уж, почти отлетел. Железная монета, барон Моргус. Я могу любой предмет взять. А, он понижает цены. Хорошо. Это хорошо то, что он цены понижает. Хлеб. Так, ну тогда сюда сейчас, да, идем. Да, вот видите теперь значок типа ремонта. Слушай, я начал чинить эту штуку, но что-то вернуть ее к работе. Мне нужны еще некоторые детали. Когда... Так. Пулеподъемник ожил, они оставили за собой кучу мусора. Так что теперь надо кое-что расчистить. Для этого тебе может пригодиться вот что. Мне нужно трещь, если найдешь хоть сколько-нибудь, неси их мне. Ладно. Нужно искать пустышки. А раньше тогда не было этой фигни. Отличненько. Так, у нас золотой ключ есть, ребята. Замечу на секунду. Бляха-муха. Лови Юпитер, Марс, Венеру, Сатурн, там не знаю. Хорошо. Вот это, походу, самый мощный, типа, выстрел. Типа, большая пуля. Дымовая бомба. Доспехи. 20, 20, 16. А, стой, мне еще пустышки нужно найти где-то. И теперь где-то нужно пустышки найти. И теперь патроны нужно найти на эту пушку. Так что смотрю я, у меня уже пули заканчиваются. Плохо. Все, нету пуль. GG. Отдыхай, говорят. Вот там босс. Вот это хорошо. Плюс обойма. А, то есть вот это жесткое, окей. Так. Целотехника денег.
Теперь стало это нужная вещь. Столы нужная вещь. Так, открываем. Это ядовитые пули. Редактивный свинец. Реактивный. Ага, окей. Так, в эту сторону. Храм забытой пули, которые сложно оружие. А что сделаешь ты? Возложить на алтарь оружие. Уйти, подожди. Бля, а так у меня оружия нету, чтобы вас ложить. Только вот эта пушка как идеальная. Открыть. Ага, что на сей раз? О, спасибо за спасение, юная пуля. Всегда приятно встретить товарища во оружии. Я случайно запер себя здесь. Мои глаза уже не те, как прежде. Уф, пора вернуться к работе. Интересно, кем она работает? Сюда. Не, могу, конечно, эту пушку положить, охерительную. Ну, тогда... На этом все тогда и закончится. То, что у меня урона, в принципе, нету. Серьезно? Мои снаряды же и мне дамажат? Или подожди, или там просто бочка была, я не заметил. Походу, да. Походу, там была бочка, которую я не заметил. ХП. Так, у меня один... А, подожди, у меня эта отмычка восстановилась, интересно. То есть, в смысле? Это пробел у меня был? Давай. Давай тогда сделаем так. Я иду сюда. Открываю нормально. Щит-предатель. Вообще-то, ружье. Вау! Рели? Хорошая пушка, слушайте. Окей, теперь сюда. Не знаю, что она делает, ладно. Полетели на босса. Как обычно, очевидец. А, лол. А, так он не часто срабатывает. Ой!
нет, 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 нет! Да уж. Дэмэдж получил знатный. Вольт SI. 8. Может, пока щит не пропадет, либо его не сломают, он типа как так работает. Бля, я сейчас одну вещь понял, как я тупанул. Пустышки. У меня же пустышки есть. Я мог пойти челику отдать. Сказать, на, держи. А уже все, ку-ку. Так, давай, ладно, тебя посмотрим. Ну, короче, как у охотницы, да? Как у охотницы. Найс, пустышки. Отлично. Пойдем в эту сторону. Найс, 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 он до меня долетел. Бомба. Он до меня долетел. Идеально. В общем, эта херня появилась. Сюда. Так, у меня патрон заканчивается. Идеальненько. Хорошо, хп. Тогда сюда, наверх. Скорее всего, это одна комната. А нет. Ой, я про столы-то забываю. Это ж плюс деньги. Зараза. Я про столы забыл, ё-моё. И вы мне ничего не говорите. Ищи, шемики, сам. Эти столы, не забывай их открывать. Ох. Просто чел. Не так-то все просто. Идеально. Окей. Вот.
Стой, а что я сделал? Я сейчас так понял, что я тупанул. В том плане, что... Я не на ту же пушку взял, мне нужно было сюда патроны взять. Так, ключа нету. Отмычку я взять не буду на это, нахер надо. У меня уже тогда хватило. Я, может, на другой какой-то сундук катку использую, если найду. Тяжелые сапоги. Что они дают хотя бы? Низкий цент тяжести. Так, ключик. ПП. Я хочу посмотреть, что они дают. Вдруг они дают мне возможность ходить по шипам. Позволяет оруженцу стоять на ногах даже при воздействии большой силы. Не понял. Скорее всего, при взрыве, да, наверное. В принципе, да. Готовым. Сюда. Так, это на чем? Жидкая валерьянка максимум боли. Хорошо. Отсюда пойдем вниз. Столы нужны. Так, босс, хорошо. Только сюда и наверх. Скорее здесь будет секретный босс. Пипец, локации стали огромными. Ага. Пошел вон. Ха, хлам, рыцарь в сияющих доспехах. Хе-хе-хе, ланай. Так его можно это еще. Да, плохо получилось с пушкой. Ладно. Танк еще плюс при этом. Ладно, я понял. Нужно, блин, я постоянно забываю про свои эти. Пустышки, в смысле? Давай. Ну, последний выстрел. Изи. Так, плюс денегам. Лунос скреб. Вау. Вау, ха, луна вокруг меня кружится. Блин, это плохо, то что я тоже на меня как бы действует этот. Это очень херово.
Нужно посмотреть, насколько хорош этот луч. Я понял. Слабая пушка. Луна, 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 меня не остановить. Ну, луна работает как этот. Орбиталка. Хорошо. Подожди, это считается за столыш? Считается. Это считается за столы. Это что за башка? Прекрати. Наконец-то. Кто там ожил? Оживают они. Так. Для ХП. ХП взять, конечно же. 15. Нужно этого прокачивать, питомца своего. Нужно питомца прокачивать. Вау, 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 вау. А кто их создает? Или они сами восстают из мертвых? Ой-ой-ой! Дай бомба. Задума, задума. Отмычка, блин. Когда меня подводят. Лазерная пушка. Да, патрон вообще нема. Сейчас бы меня заморозило. Что там еще? Наконец-то. О! Хорошая пушка. Ладно, тогда эти трачу. Рыцарь в доспехах. Золотой хлам открыт. Почему здесь музыка? Я хочу хап-хап-хап-хап-хап. Вот эту песню.
Так, пойди, я же босса нашел еще. Нет. А, стой, го, я в магазин залез. Чем? Залечу в магазин. Куплю доспехи. А ты будешь драться с ними? Прикиньте, он дерется? Он с ними сражается? Вау. Прикольно. Да-да-да-да. Окей. Хорошо. Плюс деньги. Готово. Сколько он убивает нормально? Ну слушайте, мы его в принципе вкачали, он нормально так дамажит врагов. Угу. Так, здесь должен быть сундук. О, а все, теперь хлам не дают. Так, пламенная пушка сюда. Вау. Ха. Прикольно слушаться. Что за бомба? Гой, тогда пока что... Этим попользуюсь. Ага, отлично. Готово. О, нет! Тупые волшебники. Так, босс. А у нас только босс остался, да? Ну давай, послышки куплю тогда. Сколько ты стоишь? Все, ну поехали на босса. Так, что мы тогда делаем? Где моя пушка? Это вот это. Так, три пустышки. Ага. Это тема. Понял. Я понял, классно. То есть красные вот эти яростные пули, они выносят сердце чем-то. Буду знать. Ладненько, давайте тогда, я думаю, сейчас посмотрим новые вещи. Мне должны еще деньги дать, которые у меня до хера. Там больше 10 было. 11, кажется, или 12. О, 11. И следующий сыграем за охотницу. О, что это? А. Заметьте, каждый раз, когда мы играем, нам прибавляют новые и новые. Так, ну что, поехали. Застрял. 8. 6.
Поехали. Можете закрывать видео, как обычно. Я пока начну здесь. Мол, треть, что у нас новенького. Так, по пушкам. Пламенная пушка. Сюда. Поджигай цель. К несчастью, в глубинах оружия никто, кроме вас, этого пламени не увидит. А, классно. Как это было, было, было. Лепкий арбалет. Перезарядка, взрыв. Дротики взрываются при перезарядке. Излюбленное оружие путешественников райфла, который ценит традиционное оружие, но не чужд некоторым горючим усовершенствованием. Так, было, 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 было. Луч вспышком. А-а-а! Верный пистолет героя, странствующего по космосу. Этот мощный и сильный бластер почти всегда стоит держать под рукой. Это аж бластер из этого. Червяка Джема, если не ошибаюсь. Так, рука была, 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 была. Чит предателя. Так, вообще это оружие. Брокнер утратил рыцарское звание, когда предал сира Самуэля. Но оружие не утратил. Это произошло и намного позже. Микроплатежное ружье. Оплати и победишь. Все разработчики этого ружья считали, что оно никуда не годится, но начальство все равно настояло на своем. А потом это оружие завод закрыли, потому что он выпускал ружье, которое никому не нравилось. Все. Дальше что у нас здесь? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Было, 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 было. Было. Вот этого не было у нас. Ну, все равно, какое тут. Это отравленные пули. Есть возможность отравлять любую цель, которой они коснутся. Излюбленное оружие находчивого крыса. Да. Так, было, 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 было. Жидкая валькирия. Максимум боли. Замедляет вражеские пули. Значительно улучшает скорость реакции, обладающая незначительными побочными эффектами. Обычно используется повсетанцами. Сами. Перед непобедимыми, но овальными гегемониями. Позволяет оруженцу, ясно. Железная монета. Валар Моргунис. Оплата за оказанные услуги. Эта загадочная монета испаряется, если подбросить ее в воздухе. Скорее всего, нужны либо какие-то фонтаны, если они есть, либо еще тотемы какие-то, может, поискать. Чтобы получать бафы. Это вот охерительная вещь. Переворачиваем стул, получаем денежку. Сумочка с сердцем. Форма определяет функцию. Эта сумочка носила стильное оружельце. Она добавляет один контейнер с сердцем. Хорошо. Боевой штандарт. Поднимай знамя. Повышает эффективность соратников и очарованных врагов. До того, как появился сообщество окруживших мертвецов банды патронщиков перед нападениями на верхних этажах концентрации вокруг этих знамен. Так, мусор. Болтой ложь. Так, ладно, здесь еще у нас. Заметьте, что мы уже почти все открыли. Мутант-патронщик. Старый грязнули. Это оружие мертвец, ему не мутировали, обитая заперти в самых грязных недрах. Тайного погреба оружили. Одиночество свело их с ума, но о своем смертоносном предназначении они не забыли. Как это было? Было, было, было. Вот этот еще. Мутант-дробовщик. Револьверы не нужны. Эти бесформленные дробовщики, подобно своим собратьям-мутантам, были изуродованы силой глубин. Они уже не пытаются вернуться на верхние этажи, предпочитая сырую тьму тайного погреба. Так, это было. Профессионал был. Зомби были, были. Были. Вот этого еще не было. Говнопулеон. Великое могущество. Омерзительная гора отходов. Это каплицы, изувеченные десятилетия прозябания в патроном аду. Кровокаплин. Ярость битвы. Это элитный рыцарь первой дивизии каплинской армии. Для него каждое сражение праздник, праздничный пир. Кровокаплины. Отяжелевшие от вражеской крови целиком и полностью сделали на миллион ярость берсерка, свойственная всем каплинцам. Зеленые книженцы. Протонограммата. Эти тома изучают только студенты продвинутого чаружения. Как было, было.
Да тоже, да, у нас все. Горный куб. Этот оружие защиты такое привлезет в любой. Кали. Запах. А, вот это еще точно маска. Агонизатор. А, маска смерти. Стандартная пропавш... Так. Стандарт... Страдания пропавших в патронном аду обрели форму. Все, и остался вот этот еще большой какой-то враг. По боссам у нас вот эти, да. Весельчак, добрый патрон. Весельчак не намного моложе и беззаботнее своего брата. Он отвечает за подготовку молодых патронщиков. Корки-близнецы больше не внушительнее, чем рядовой оружейный мертвец. Они хранят первый зал от оружейцев-новичков. Злой патрон, хмурый. Один из братьев Курков, ну короче, братья Курки, да, это враг у нас босс такой, падает в битве, так, пойдет в битве, второй продолжит атаковать Таргшегося. Так, Ржевса с удовольствием, удвоенной силой. Ну короче, лучше этого грохать, а этого оставлять. Я понимаю. А, здесь еще боссов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 еще боссов неизученных. Окей, хорошо. А, мы еще не убивали дракона, который сидит там на замке, да, походу. И еще кого-то. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.